Всем привет, вы на канале Северполюс. Это завершающая, крайне последняя часть кооператива Portal 2. Потому что мы сегодня допрошли последние испытания. Все, мы долго к этому шли, наконец-то дошли. Ну все, вот приятного просмотра. Подожди, портал не убирай, подожди, тут твои порталы нужны. Какие, в смысле, ты о чем? Я случайно наоборот вернулся. А, я тоже! Зачем ты это сказал? Так, я тоже, кстати, давай вместе попробуем пробежать их там, вальнуть. А? Вальнуть? Давай. Давай тогда, я... Давай! Нет, опять надо каким-то научным способом выиграть. Как так не туда попасть? Так легко это, смотри. Получается вот так вот и вот так вот. И все, и побежали к ним. Хотя не тот самый, я только что делал, да? Нет, ты сделал это синий жиж. Так я и синий, оранжевый, все смешивал как бы. Оранжевый разве тоже? Ну ладно, побежали, попробуем. Может попрыгать еще лучше, не попадали. Ну окей, давай. А в одном месте может быть только одна жижа. Ну, я убили. А, ну. Я справился получше. Я был как мясо. А, вот смотри, вот этот лазер. Точнее, туда надо направить лазер, вот в эту штуку. А чтобы туда направить лазер, надо, скорее всего, направить вот этот лазер туда. А чтобы направить этот лазер туда, нам надо туда как-то попасть. А, смотри, а может там есть проход какой-то? Слушай, а реально, подойди прям близко. Сейчас, смотри. Оп. Опа. О. Опа. Опа. Ну, блин, подожди. Встань, брат. Сейчас. Оба. Сейчас. Да, блин. Давай еще разок. Ну чё, блин. Нет? А, я прыгнул, надо просто вот так сделать. Все, подожди, дай, надо. Нет, дай. А он исчезает во время движения. Он исчезает. Сейчас, попробую. Портал, если. Давай. Точнее, если давай. Поверхность, на которой портал находится, движется, он исчезает. А, у меня в попе. Окей, а там есть вообще что-то или нет? Ничего? Да вроде ничего, но ты посмотри, ты ж ближе, я не вижу. Может, по-моему, всю жижу надо как-то? Ну-ка, давайте-ка я побегу и ты прям. А, давай. Блин. Шикарно. Готов? Усейн Болт просто. Ну нет. Мне кажется, игра на это не особо рассчитывает, если честно. На то, что мы будем такой фигней заниматься. Ну смотри, есть идея. Смотри. Тут есть вот эта поверхность. И скорее всего, если тут налить много жижи, можно разогнаться и тут перелететь на ту сторону. Опа! Все. Так, и что делает эта кнопка? Ага. Вот это уже интересно. А, она отрубает эту сферу. Так, ты можешь, получается, сейчас вот... Можешь что-то с этим сделать? Заходи в синий портал. А как? Это уже твоя забота, я думаю. Я как бы я не старался, я не допрыгну туда. Думаешь? Ну, то есть ты не сможешь, слабак, то есть, ну понятно. Подожди, а ты можешь... Опа! А, ну все, заходи. А, ты сюда тоже не можешь. Пусти. О, хорош. Ай, что-то как-то далековато летит. Можешь послабее, чтобы летело? Не знаю, я, конечно, пробую ловить тут, но что-то как-то оно мимо пролетает. А, смотри. Все, тыкни еще раз. А на что тыкну? На само. Все, да хорошо. Само так само. О, сейчас. Ай. Оба. Дай. Оба. О, я тут. Попробуй. Давай. Одно какие-то дало? А, ну что-то дало, точно. Да, все-таки немного, но что-то дало, знаешь. А если побольше, ты сможешь выше прыгать? Ща, подожди, я, может получится даже сможет, и так. Сможет, ща, давай еще раз, поближе, вот так вот. Давай. Вот так вот. Что говоришь? О, я тут. Я тут, все. Так, что это? Кубик полетит, да. Да. Все, красота. А, ну ты лови тогда, лови. Подожди, вот сюда вот. А. Давай. А почему ты думаешь, что он тут нужен? Он. Где лазер вообще? Я что-то не знаю, особо понимаю. Но я поймал кубик. А, так подожди, да, лазер-то тут реально. Сейчас схема. Значит. Ставь порталы так, чтобы он прилетел сейчас. Где надо. Сейчас, так, значит, смотри, теперь. Пробую мега быстро это все сделать. Ты что-то сделал, кубик пропал. Че? Кубик на тебе! А! Блин! А, еще раз лови. Ставь кнопку! Вот, теперь лови. А, и лови прям. Стой ты!
Видите, надо как-то убрать эту жижу оранжевую, розовую. Да, На кнопку встань, на кнопку встань! Да-да-да. Лови. А, так он собака отлетает. Ой, ху, идеально! Просто перфектли. Чтобы ты как бы... Смотри, вот, раз, смотри за моими значками. Смотри, смотри. Смотри, видите, достал вот тут. И разбежался вот сюда. Попал сюда и от скорости откинулся туда. Я не хочу откинуться. Подожди. Ну, имею в виду, отпрыгнул. Да я понял. Сейчас, мне надо как-то попасть вот к этому лазеру. Все, что мне надо, попасть к лазеру сейчас. Нет! Ну, блин. Ты был близко. Я был близко. Ладно. Теперь я туда пошел, давай. Хорошо, направишь лазер. Забыл, а что ты сделал? Что-то делать оно не само. Просто с разбегу в стену ударится. Я попадаю в портал, у меня скорость пропадает. Ну так потому что ты ж в портале там нет этой жижи. О! Что? Подожди. А как так? Ты то же самое сделал только что, нет? Честно говоря, я просто кровожопый портал поставил, чуть выше. Так, вот давай, да нет, смотри, вот давай, короче, вот, да, направляй в этот синий, И теперь, короче, Я попробую так направить вот сюда. Сейчас, вот сюда. Есть, все. А кто за... А, да, теперь... Так, я могу, о чем да, ты можешь... Все, теперь уходи. Ты можешь уходить отсюда и вытащи меня отсюда, пожалуйста, кстати. Я тут застрял. Мне кажется, это все-таки было несложно. Окей, ну раз уж я не могу вас восстановить, придется пойти по сокращенной программе. То есть она не может нас больше восстановить. А, смотри. Здесь портал ставится. Чтобы это нам дало. Ага, так он тут попасть не. Ну такая жижа-то протечет, скорее всего. А-а-а. Мне так кажется. Жижа протечет. Подожди, вот давай сначала. Давай сначала, давай я тебя сначала пущу в эту норку. Давай, сходи туда. Заходи. Так, и теперь, значит, мне получается надо будет попасть сейчас сюда. А, или подожди, или тебе. Не, понял, мне, мне надо сначала к тебе туда попасть. Там. А, ага, все, хорошо, понял. Значит, получается, заходи. Так. Так, что здесь я вспомнил? Сейчас надо. Надо как-то вот. А, вот отсюда, видишь, прям вот тут можно поставить. Да, идеально, слушай, прям. Так, а тут. Нам, да? А тут твой красный портал должен был быть сейчас. Угу. Да, есть. Все. Так, получилось. Бокс, там. Так, там, сейчас скажу. Тут кнопка. Ну, тут кнопка и тут выход. Но! Но тут нужно кубик поставить, чтобы выход был. А еще... кубик в центре очень близкий, очень. А еще тут какой-то лазер куда-то направлен. А как его выбить, что ли, надо? Вот, а я вот не знаю. Но она. Вот эта текстура стекла, она не выглядит как обычная, ну типа, согласись. Такой не было нигде еще. Значит, скорее всего, с ней надо сделать что-то особенное. Что если вот, вот взять и вот сюда вот поставить портал, и вот сюда, и чтобы типа он на этот кубик жижа полилась, он там, не знаю, поскакал и клетку сбил. Как тебе идея? Хорошая. Офигенная задумка, я считаю. Ну, честно говоря, так и кажется, что что-то должно быть именно, что он сам, видимо. Ну да, потому что... Сломаться. Освободить как-то нет вариантов. Они же всеми вариантами пока что, типа, все старое, конструкция, грязное стекло. Ну да. А, ну все, стой, получается, там сейчас, дай попробую. А мне надо... Ой, а как я попаду сюда? Слушай, а как я туда попаду тогда? Вот, да, хорошо. А у нас получится через стенку в крестики-нолики сыграть? Давай. Не получилось. А-а-а! Что? Ты видел? Нет. Короче, вот, встань на кнопку. Ой, блин. Что, встань на кнопку? Чё, блин-то? А я как бы поспешил и... Что ты сделал? Ты запомнил сейчас? А, да, запомнил. Это оказалось легко. Просто по этой жиже можно перепрыгнуть через эту штуку. Блин, ну тогда давай сюда. Знаешь, что это так просто оказалось? Вот, разгадали мы этот секрет. Неужели сейчас провалится? Я не знаю, но это как вариант. А, смотри! Смотри! Нифига себе. Я так и думал, кстати, да. Ну, фига, это было похоже. Ё-моё, стой, остановись, собака. Ты сейчас не туда, куда... Да подожди ты, ё-моё. Отпусти, прикольно. Отпусти, так он сейчас в эту штуку залетит, и что ты будешь делать? Ну, так он новый появится. Ну,
Пусть залетит мне. Да, проверим игру. Ладно, пусть проверим. Да не, прям возьми его в эту штучку просто. Ну что, ну и исчезнет он. Ну и новый появится, возможно. Опа. Как было близко сейчас. Он от нее отрикошетил. Нет, я лучше видел не от нее. Я ближе стал от нее, прям только что рикошет. У меня бы лучше был обзор не от нее. Где он? Наверх. Подожди. Все, ну пошли уже. Положи его в эту штучку. Какую? В эту? Да. Пожалуйста. Ну вот, видишь, что они, как я и думал. Бесконечность. А, то есть... А почему он тоже в голубой? А вот он... Потому что, да, такой. Передается по наследству, типа. Ладно, давай сюда его попробуем поставить. Да ну стой ты! Да блин, тебе встать надо! Он не нашел очередок, слышали? Он не встанет. А как, подожди, а он тоже родился голубым? Он уничтожил. Смотри, сейчас подожди, давай. Думаете, я вас не уничтожу? Да он уже какой-то голубой вылезает оттуда. Заходи сюда. Подожди, бежал, скачет. Потерял. Ну да. Поймаю, поймаю, подожди! Стой, поймаю! Все, есть. Ты зачем в него залез? В кого? Кубик. А, ну да, ты тоже так выглядел несколько раз, кстати. Как будто в него залез. Не, мне надо как-то ровно, что ли, или что? Загороди лазер. Посмотрим, что будет, кстати. Ага, смотри. Загороди. Так, стоп. Все, поднимай. Опа. Все, есть. Так, теперь... Ну, ты понимаешь сам, что надо поставить, видимо, его вот сюда. Но он очень... Голубой. Я думаю, это может продолжаться бесконечно, если честно. А, ну. Подожди, он у тебя сейчас туда еще улетит. Догоняй. Догоняй его. Давай, догони. Ура. Вот так и вот так. Прыгай в синий. А кубик выкинуть? Нет, кубик не выкидывай, пусть будет. А если я с ним застряну? Ну, постарайся не застрять. Опа, так, хорошо. И теперь надо как-то, видимо... Не знаю, кинуть его грамотно. Быстрее! Нет! Ну блин! Что ты за падла такая голубая? Может он как-то сам туда прилетит, а? Давай ждать. Подождем. Подождем. Не, подожди, вот тут, смотри, жижа ж есть. Поставь теперь прям подо мной красный. Я Иисус. Окей, так, значит... Ой, охрена ты прыгай! Всё, стоять. Так, давай. Опа. Ага, ну и теперь, что это за буст? Давай, расскажи-ка. А! Ну, портальчики. Это портальчики, да. Вот это интереснее. Вот это интереснее, да. Только все равно, наверное, как-то кубик-то надо идти. Я, честно, не ожидал эту жижу еще раз увидеть. А подожди, это просто вода, что ли? Она пропадает? Это просто вода! Это вода! Да, врубай еще. А, так с помощью нее можно помыть кубик. Да. Где он? Ну, как бы... Вон там. Где? Где? Вот там. В смысле? Стой, падла! Все. А, ну хорошо, хочешь ты неси. Да ну, блин. Ничего нельзя доверить, посмотри. Готовь кубик мыться. Давай, держишь? Прочно держишь? Все, есть. Как он быстро сходу прям помыл. Угу. Мой. Так, все, ну теперь надо очень точно сбросить его как-то. Давай. Есть. О, продолжи. Опа. Вы машины. Она выключила свет. Ночное видение. Ночное видение. Ночное видение. О. Твой ход, загадочная Жень. Она снова включила свет. Выключить ночное видение. Окей, так, мы где? Ага. Ты сразу побежал что-то искать? Ну, надо, наверное.
Надо свалить отсюда, вот что мне кажется. А где вы? Я не знаю. Слушай, мне кажется, здесь еще высоко можно забраться, потому что ты видишь, да. Там даже можно. Вижу, вижу. Очень высоко. Согласен. Ну чё, слушай, мы почти от нее свалили, мне кажется. Тут какие-то катакомбы, она очень сильно не... Она очень... Она хотела нас просто разобрать, а мы, видимо, не знаю, из-под контроля вышли или что-то в этом роде. Нам выключила свет, наверное, выключила свет. А, смотри, тут какая-то дверь есть. Вот тут. Логично. Я туда тебе, кстати, между прочим, показал один раз. Да? Ну, я ее, окей, я не заметил. Смотри. Прыгай куда-то, да? Да. Во, каушен. Чё? А, подожди, иду к каушену. Да не, подожди, прыгни в голубой портал просто с... Я говорю, иду к каушену. Давай. А, думаю, как переводится? Боевой дух. Нам нужно кодовое имя для нашего... Опа, для смотри, какая-то желтая. Мы назовем его по вашей специальности. О, вот. Пошли. Данжер, Олег, данжер, куда ты идешь? Там данжер, данжер. Опасно. Вот. На этом свою пламенную речь заканчиваю. Так, ну... Взять ее. О, конец. Так, вот что? Там. Что это? Это сцена, смотри. Это печка-плавилка, что ли, нас туда? Или что? Ну просто нас сплавить может хотя. Ё-моё. Может это самолет какой-то? А, нет. А или это сама Гладос? Холодильник какой-то. С телевизором в сторону. И его рук. У меня нет плана на этот случай. Отмена. Забудьте, чему вас учили. А, птица! Почему вы не бежите? Назад. Она у панели управления. Вы не машины для убийства. Я солгала. Бегите. О боже. Отход. Отмена операции. Отход. Ты эпичная. Я предупреждала. Отмена операции. Фига, вы замутили. Вот птица. О боже. Мы проиграли. Все кончено. О, рычаг. Еле пронесло. Мимо чего? Убийцы. Птиц. Типа она нас чуть не убила или что? Как себя в атласе, чуть вот заживо не заклевали. Яйца. Давите их. А, армия клонов. Давите их и... Стоп. У меня есть идея получше. О, рассказывай. Добро пожаловать в лабораторию яйцехранения и прогрева. Это Гладос, кстати. Потому что вы бесполезны. Вы бесполезные, никому не нужные птицы с толстыми клювами. Честно сказать, я удивлена, что вам удалось втиснуть такие огромные клювы в крохотные яйца. Да, я к тебе обращаюсь, мистер Толстоклюв. Ах ты, слюнтяй. Ой. Нет. Вы ведь не слюнтяй. Правда? Поглядите на эти холодные птичьи глаза, на эти когти, на острые клювы. Вы маленькие машины для убийства, верно? Из всех хочет машин для убийства сделать. Спите спокойно, маленькие убийцы. Завтра мамочка устроит вам праздник. Праздник? Что? Ну, что так, завтра... праздник, праздник. А что с роботами? Да, Ктай. С роботами ты чё? Бегут. Бегут. А, ну все, видимо. Я не знаю, как-то скучно. Я тебе честно скажу, я просто видел в достижениях к игре сбежать от Гладос. Я думал, это про кооператив, а это, видимо, про одиночку. Я надеялся, что мы свалим. Ноль объятий, Олег, давай обнимемся. Давай обнимемся. Где обниматься? Во. Здорово. Ты такой, типа, что ты делаешь? При людях не надо. Получается, игра пройдена? Ну да, видимо. Даже ну, как не же ты на самом первом уровне долго пытался эту пушку взять? Это да. Ты мне говорил, если не ошибаюсь, что концовочку, которую я запишу, ты вставишь. Ну то есть ты сейчас хочешь концовку сделать? Да. Давай. Только вот чтобы ты не говорил, ну в этом видео мой друг решит с вами сам попрощаться. Да-да-да. Чтобы без этого, чтобы просто... Все, а, больше вы его не увидите, принц. Да, хорошо, да, хорошо, хорошо, давай. Ну что же, дорогие... Подожди. Я давно не прощался еще. Сейчас, подожди. Да я звук игры тихим сделаю. Да вспомните, как ты там обычно прощаешься под это видео.
и умных слов понапридумал, потому что ты очень умно всегда прощаешься. Да ладно, все умно, я? Очень умный. Ты вспомни концовку видео по Фортнайту. Сколько там подписчиков? 22. Ну, на момент записи, по крайней мере. Я не знаю, я это, возможно, выложу через месяц. Я это сразу говорю, я это записываю сейчас, смотрю, да. Блин, телефон, где ты, падла, я не... Сейчас посмотрю дату. Значит, я это записываю, мы это записываем 14 мая 2020 года. Вот. Когда это выйдет, я понятия не имею. Ну что ж, дорогие подписчики, впервые с вами прощается не ваш прекрасный сервер. Сервер, сука. Не отвлек. Ага, да ты сам себя отвлек. Ну что ж, дорогие друзья, блин, ну зачем ты мне говоришь? Помолчи, я отвлекаю. Окей. Ты будешь говорить? Нет? Я собираюсь, понимаешь? Надо убрать гримасу Дауна с лица. Так ты ж без вебки. Какая разница? Я-то чувствую, что я такой. Ну, да. Да, короче, закончим пич. Давай. И выйдем, да. Да, раз, два. Аня, подожди, давай. Да ты сука! Да хорош выдыхать ты уже, начинай. Я сейчас вдохну, блин. И не выдохну! Из принципа! Ну что ж, дорогие подписчики, впервые с вами прощается не ваш прекрасный Север, а его прекрасный друг. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Долго мы шли к этой концовочке и прошли ее достаточно убедительно. Всем до новых встреч. Всем пока. Всем пока. И там вот какая-нибудь тупая музыка сейчас. Знаешь, я, конечно, цвет, но вот я сейчас со звуками играю, и тут еще тупее музыка. Тут нет музыки. Ты сейчас для видео, что ли, записываешь? Да. А ты как думал? Блин, давай еще раз. Нет.